Всем добренький денечек. Я сегодня опять в той же компании, где я всегда дрова беру. Сегодня я буду грубить для одного товарища. Загрузки идет. Все, загрузился. И все, и поедем. Вот такие дровишки тоже, в принципе, можно. На каминчик, на этот, на... как он называется правильно? Fireplace, да? Итак, мы в пути на доставку груза. Груз у нас сегодня, я уже показал, да? Дрова везу одному человеку. Я купил полный прицеп. Вот. Ну, ехать мне еще где-то часов, наверное. Сегодня у нас хорошая погода, солнышко светит, тепло. Ну, как доеду, покажу еще, если получится, покажу еще, как будем разгружать. Я не знаю, что у него там за техника, чтобы разгрузить. В прошлом году я ему возил уже один раз. У него был такой тракторишка маленький. Мы их просто столкнули. Посмотрим, как будет в этом году. Так, друзья мои. 400 meters, turn right at 33rd Street East. И мы уже почти подъезжаем. Далеко тут осталось еще чуть-чуть, и мы будем на месте и будем разгружаться. Сейчас будем сталкивать вот этим тракторишкой, посмотрим, как будет. В общем так, друзья мои, я не заснял эту разгрузку. Это было что-то, ну, что-то как бы невероятное. Маленьким тракторишком толкали. Ну, все же столкнули, да, но, в общем, это было... Я, по-моему, там больше толкал, чем этот тракторишка. Ну, все же разгрузили, все нормально, все, еду домой. Деньги скассировал, это самое главное. Хороший заработок был сегодня. Если бы так каждый день зарабатывать, можно было бы хорошо жить. Ну все. Ну, в принципе, мы и так неплохо живем. Слава богу, все есть. У нас покушать, во что одеться. Все нормально. Ну все. Летим домой. Вот домик везут. Или сказать, половину домика.
Друзья мои, всем добренький денечек. Погодка у нас сегодня классная. Солнышко светит. Не так сильно холодно для этого времени года. У нас сегодня 7 января. Я вчера вечером приехал домой. Вернее, уже ночью было. Уже было 12 часов. Да, приехал домой. В общем, уже ничего не стал снимать, потому что было уже темно. Вот сегодня утром я отцепил свой прицеп дома, трейлер этот, который я привез. Отцепил его дома. Другой трейлер. И теперь я еду забирать машину Volkswagen Jetta. Эту машину надо забрать с бодишопа. Это с машины моего сына. Вот она, эта машинка. Сейчас мы ее заберем. Вот уже завели. Вся побитая. Бампер висит. Лампа разбита. Крыло все погнутое. Ну, в общем, списали ее. Ну. Движок работает еще как часики. Все, сейчас загружаем на мой прицеп и повезем домой. Сильно скользко. Еще раз попробуем. Все классно. Сейчас пристегнем ее. Это она к восстановлению не подлежит, это только так, чтобы
пацанам покататься по нашему лесу или так. Или на запчасти продать. Все, машинка загружена. Просто две цепи кинули туда, на ту сторону. И здесь точно так же. И все. Все, и мы поехали. Все, привезли домой. Сгружаем. Сегодня повезу опять одному клиенту дрова. Вы знаете, вот канадцы — это такой народ. У них так, когда морозы начнутся, тогда они вспоминают, что дрова нужны. Вот. Ну и вот сегодня клиент есть опять один. И я вот сейчас повезу ему. Хороший заработок — вот эти вот дрова возить. Побольше бы таких клиентов. Видите, вот так живут канадцы. Continue on Hart Road for 15 kilometers. Один. Никому не мешает. Нормально. Я люблю так. Я сам так живу. Тоже. Один дом. Ну, у меня рядом сын живет. Вот. Никому не мешаешь. Сам себе хозяин. Этим мне очень Канада нравится. Вот, например. Вот. Сын мой повешал свой как правильно сказать, свою рекламу. Он у меня риэлтор. Значит, где-то здесь дом продается. Вот приехал я к клиенту. И вот так мы разгружаем. В принципе, неплохо. Просто взял, столкнул и все. Так, ну все, разгрузился я у клиента. И теперь поедем домой. Сюда я завез.